пожалуйста, ровно через минуту начнется пленарное заседание. Просим вас отключить мобильные телефоны. Через несколько секунд мы начнем. Мероприятие, которое сегодня в Набережных Челнах стало традиционным, в четвертый раз, начиная с 2013 года, предпринимательское сообщество собирает всех вместе, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы бизнеса и предложить пути их решения. Это масштабное мероприятие, значимо не только для нашего города, но и для всей республики. Съезд объединяет предпринимателей в районах Инакан, которые являются точкой роста Татарстана и показывает реальные результаты своей работы. История активного развития предпринимательства в городе Набережные Челны началась еще в 1987 году, после принятия закона о кооперации. За короткий срок в городе было создано более 900 кооперативов. Тогда впервые в Набережных Челнах был проведен первый съезд кооперативов СССР. Наш город можно смело назвать родиной предпринимательства. И сегодня мы пригласили тех людей, которые стояли у истоков становления предпринимательства в Набережных Челнах. Давайте их поприветствуем аплодисментами. И, конечно же, все эти годы рядом с предпринимателями была и есть торгово-промышленная палата, которая в этом году отметила свое 25-летие. Организаторами сегодняшнего мероприятия являются Исполнительный комитет города Набережные Челны, Министерство экономики Республики Татарстан, Камский инновационно-территориально-производственный кластер Инакан, Машиностроительный кластер Республики Татарстан, Торгово-промышленная палата города Набережные Челны при поддержке правительства Республики Татарстан. Отдельные слова благодарности мы выражаем и нашим партнерам, которую вы видите именно сейчас на мониторе. Поддержите аплодисментами. Уважаемые участники мероприятия,
Сегодня до пленарного заседания с участием предпринимателей прошли 5 круглых столов, основными темами которых стали цифровые технологии, участие в госзаказах, экспорт, повышение производительности труда, программы поддержки и бизнес-старт. В соответствии с регламентом, пленарное заседание съезда предлагается провести в течение 2 часов. В связи с обширной программой для выступления спикеров предоставляется до 5 минут. Модераторам круглых столов до 2 минут. Дополнительные предложения в проект резолюции можно будет направить в приложение WhatsApp по телефону, который вы видите сейчас на экране. 951-068-55-20. Разрешите мне представить спикеров мероприятия. Мэр города Набережные Челны Наиль Гамбарович Макдеев. Депутат Государственной Думы Российской Федерации 7-го созыва Альфия Гуаровна Кагорина. Министр экономики Республики Татарстан Фарид Султанович Абдулганиев. Президент Ассоциации «Некоммерческое партнерство» Камский инвестиционно-территориальный производственный кластер Равинат Саматович Ярулин. Первый заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Артур Сергеевич Николаев. Директор технопарка в сфере высоких технологий IT-парк Антон Олегович Грачев. Также среди почетных гостей съезда первый заместитель министра экономики Республики Татарстан Рустем Равкатович Сидгатуллин. Заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Савельичев Сергей Петрович. Заместитель руководителя агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Ильсаф Мушарафович Галиев. Генеральный директор региональной лизинговой компании Республики Татарстан Равиль Раидович Сизалин. Генеральный директор фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан Айдар Раифович Саликов. Заместитель директора Гарантийного фонда Республики Татарстан Усманов Расим Алиджарович. Также на мероприятии присутствуют депутаты Государственного совета Республики Татарстан и Городского совета, должностные лица исполнительных органов, руководители предприятий города Набережные Челны и районов. Также а именно городов Нижнекамский, Елабуга, Менделеевск, Заинск и Тукаевского района, финансовые организации, общественные объединения, предприятий, социально ориентированные некоммерческие организации, научные учреждения, вузы, руководители контрольно-надзорных органов, представители средств массовой информации. Поддержите всех наших гостей. Аплодисменты. Участники съезда. Предпринимательство – это сложная ежедневная работа. В ней редко бывают праздники и выходные дни, особенно на этапе становления бизнеса. Поэтому праздничные дни для предпринимателя как всемирного, так и российского чаще всего заключаются в проведении деловых мероприятий. Наш съезд является кульминационной точкой декады предпринимательства, проведения сегодня в Набережных Челнах. Признавая значимость съезда, в адрес его участников с приветственным словом обратился президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Миниханов. Для оглашения обращения слово предоставляется министру экономики Республики Татарстан Фариду Султановичу Абдулганиеву. Уважаемые предприниматели, нам всегда очень приятно приезжать и в Набережные Челны, и в Иннакам, в
встречаться с предпринимателями, будь то торговая площадка, будь то промпарк или бизнес-инкубатор, мы всегда видим особый интерес, особый такой огонек, который горит в глазах предпринимательский. И сегодня у меня такая торжественная миссия зачитать приветственное слово президента Республики Татарстан. Уважаемые гости и участники съезда предпринимателей города Набережной Челны и района Фернагам, приветствую вас на традиционном съезде предпринимателей города Набережной Челны и района Фернагам. Развитие бизнеса – одна из наших приоритетнейших задач. В предпринимателях мы видим своих партнеров, единомышленников и прилагаем все усилия, чтобы оказать им поддержку. Убежден, совместная работа на съезде станет прекрасной возможностью для укрепления партнерских отношений бизнеса и власти. Сегодня ключевым направлением государственной политики является реализация 12 национальных проектов. Надеюсь на активное участие наших предпринимателей в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство». Наша главная цель – максимально упростить старт новых проектов, чтобы стать предпринимателем в Татарстане было легко, а работать комфортно. Набережные Челны отличаются своей эффективностью в развитии предпринимательства. Территория, опережающая социально-экономическое развитие Набережной Челны, удостоена премии как лучшая инвестиционная площадка среди ТСР страны. Уверен, выработанные в ходе работы съезда идеи и инициативы будут способствовать созданию благоприятных условий для прорывных решений в развитии предпринимательства и реализации новых высокотехнологичных проектов. Желаю всем участникам успешной и плодотворной работы, конструктивного диалога и успехов. Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Миниханов. Спасибо, Павел Султанович. Присаживайтесь. Еще одно обращение в адрес участников съезда поступило от заместителя председателя Внешэкономного банка, руководителя рабочей группы по модернизации моногородов при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции Ирины Владимировны Макеевой. Внимание на экран. Съезда предпринимателей, и хочу сегодня рассказать о новом продукте, о новом годном займе, который появился в ходе развития городов. Евгений Чадов, это ваш личный менеджер. Евгений должен получить от вас заявку в течение 3 рабочих дней, принять решение, подходит ваш проект для годного займа в городов или не подходит. Дальше вы должны прийти в банк, после того, как вы получите гарантию этого банка. Вы направляете нам для документов. Ольги Макаевой, заместитель, и Оля в течение 13 рабочих дней должна принять решение о выдаче льготного займа. Займ 250 миллионов рублей за 15 лет по 1% годовых. Ну что, друзья, ждем тогда ваши заявки. Дарья Абарович и вся ваша команда. Удачи и хорошей работы на съезде. Уважаемые участники съезда, я хотел бы еще раз обратить ваше внимание на экран и вспомнить, как проходил съезд 2 года назад. Thank you.
Как чувствовал себя бизнес эти два года? Что изменилось? Насколько значимо влияние деятельности предпринимательского сектора на развитие экономики города именно сегодня? Что делается в Набережных Челнах для поддержки предпринимательства? Наиль Гамбарович, я обращаюсь именно к вам, потому что вы постоянно общаетесь с предпринимателями. Кто, как и вы, мэр города Набережные Челны, лучше всех знаете ответ на этот вопрос. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья, соратники, единомышленники. Я думаю, сказав ваш адрес эти слова, я точно не ошибся. За последние два года, со времени проведения предыдущего съезда предпринимателей, сама жизнь стремительно изменилась, меняется на наших с вами глазах. Если говорить о городе Набережные Челны, я хотел бы говорить цифрами и фактами. Цифры и факты вещи прямые. Мы видим, что растет количество субъектов малого и среднего предпринимательства, количество резидентов ТАСЭР. Обратите внимание на экран. Предприятиями нашего города активно реализуются новые инвестиционные проекты. Посмотрите, сколько нас с вами. Более 28 500 сегодня субъектов малого и среднего предпринимательства. 12 с лишним тысяч – это малые и средние предприятия. Более 16 000 индивидуальных предпринимателей. Вообще-то, если серьезно, это сила. Сила нашего города вот в этих цифрах. Следующий слайд, пожалуйста. Посмотрите очень внимательно. Предпринимательское сообщество, а это люди, это вы, вносите весомый и значительный вклад в обеспечение качества жизни в городе и общего экономического роста. Посмотрите, занятых в экономике более 1/3. Верните, пожалуйста, слайд. Значит, вот. Валовым. Территориальном продукте. Значит, то, что касается инвестиций, почти что 40%. Поэтому налоги, посмотрите, почти что более 3-4%. Подтверждение моих слов, это на самом деле малый бизнес, средний бизнес формирует благополучие нашего города. В этой сфере, следующий слайд, трудится более 80 000 человек. По российским меркам это достаточно так крупный город с учетом наемных работников у индивидуальных предпринимателей. Бизнес-сектором, как я уже сказал, формируется третья часть валового территориального продукта. Следующий слайд. Посмотрите, значит, доля субъектов малого предпринимательства растет. 33,4% это достаточно, будем говорить так, серьезный вклад и неплохой показатель и в рамках Российской Федерации и Республики Татарстан. Ежегодно растет доля налоговых поступлений в городской бюджет. Посмотрите, доля налоговых поступлений малого и среднего бизнеса сегодня составляет 3-4%. И мы считаем, что это серьезный вклад в благополучие жителей нашего города. За прошлый год оборот малых и средних предприятий увеличился на 28%. Оборот предприятий увеличился на 28% и составил 205 с лишним миллиардов рублей. Это более четверти 25% оборота всех предприятий нашего города. Важно, обратите внимание на слайд, что растет доля обрабатывающего производства с 20 с небольшим процентом до 24%, вот вы видите на слайде. Еще одним, мы считаем, важным подспорьем для бизнеса является участие наших предпринимателей, наших компаний в государственных муниципальных заработках. Посмотрите, в муниципальном заказе доля предприятий малого бизнеса составляет ни много ни мало 77%. Но в то же время есть и резерв роста, есть куда расти, когда говорят, можем ли мы участвовать в муниципальном заказе, можем. Все возможности для этого есть,
дорогу осилит идущий, ждать ничего не нужно. Мы даже проводим специальные курсы, семинары для того, чтобы могли участвовать в муниципальном заказе. В своей работе мы вместе с вами используем все возможные меры государственной и финансовой поддержки. Посмотрите, какая это сумма. Это точно более 6 миллиардов 700 миллионов рублей.